Привет, дорогие зрители! Я сегодня рисую My Little Pony. Пони как называются, бабушка не расслышала? Ну вот Флаттерша и Радугдаша. Прям не терпится. Лера, разве так пирожки делают? Сначала надо лепешечку сделать. А, лепешечку? Конечно. Ну, забыла. А ты взяла уже картошки туда наложила. Пирожки будут с картошкой, но это не говорит о том, что надо было на сразу накладывать. Так? Вот так. Как бабушка. Посильнее разминай. Пирожки. А у меня самый большой. Пирожки с картошкой. Теперь берем лепешечку и накладываем сюда теперь картошечку. Ага. И вот так делаем пирожочек. Понятно? Понятно. Так давай, делай. Так. Молодец. И лепим. И лепим. Вот так. Залепляем. Давай, дальше сама. Так, хорошо. Залепливаем. Скрепляем. Давай, давай. А то он развалится у нас. Опять колобочек получился с картошкой. Вот так пирожок. Пирожок-колобочек, короче, у Лерочки. Это пирожок. Это пирожок-колобок, да? Как в сказке. Как в сказке, да. Ну, какие мы молодцы с тобой. Пирожок. Вот, сделала пирожок. Делала. Сделала? Накладываем. Картошку. Накладываем картошку. Ага. В общем, какие сделаешь, такие мама с папой и будут кушать, да? Угу. Ну и ладно, жарится. Смотри, сколько много еще. Ну все, сейчас будем выпекать, да? А то я не могу сама. Нет, нельзя, только бабушка будет на сковородочку. Все, готово. Готово. Да? Вот. Да. Конечно. Какой-то лимончик. Лимончик? Ну, на. Вкусненько. Вкусная? Ну, лепи дальше. Ну, ладно. А что там так? Давай, бабушка тебе поможет. Ой, пирожок будет самый-самый такой большой. Мой вкусный. Твой будет. Да-да. Готово? Да. Ну все. Пока-пока. Всем пока-пока. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Сколько можно.